1 июля в России установлен единый срок выдачи и замены паспорта гражданина Российской Федерации. Помимо сокращения срока оформления, также в силу вступили законы, благодаря которым упростится регистрация по месту жительства. С 1 июля 2022 года вступило в силу изменений в административный регламент по оформлению и выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. Ранее срок изготовления паспорта составлял 10 дней, по месту пребывания гражданина России – 30 дней. В настоящее время гражданин по месту пребывания либо по месту жительства может подать документы в любое подразделение, и паспорт будет оформляться в течение 5 дней. Экстерриториальный принцип – это то, что гражданин Российской Федерации, независимо, где он зарегистрирован, в муниципальном округе либо в городском округе, может подать заявление о регистрации по месту жительства либо по месту пребывания. Также это касается оформления заграничных паспортов. Гражданин по такому же принципу может подать в любое подразделение для оформления заграничного паспорта. В связи со снятием ограничений на транспортное и воздушное сообщение с 15.07.2022 года иностранные граждане, не урегулирующие свой правовой статус на территории России, обязаны в течение 90 суток покинуть территорию Российской Федерации.